Всем привет, ребята, с вами я, Натафи, и сегодня я решила снять для вас ролик, где я буду пытаться выбивать новый золотой джекпот. Он вышел совсем недавно, вот, и я решила для вас снять такой вот ролик, где я буду пытаться его выбить. Повторяюсь, ну да ладно. Кстати, извиняюсь за то, что я не была на канале. Причина отсутствия моего отсутствия на канале, у меня есть видос, чекните его, посмотрите, и вы будете знать. Ну что ж, давайте не будем долго томить, а уже перейдем к своему ролику. Погнали! Так, ребятки, смотрите, мы уже в золотом джекпоте. У меня 117 лаки, мне кажется, что мы сейчас, может, с попытки какой-то пятый или шестой выбьем, а может даже и третий или второй. Ну, посмотрим, как вообще пойдет. Давайте сначала купончики потратим, а там уже, если не получится, то к золоту мы ему перейдем. Так, давайте. У нас, между прочим, первая попытка бесплатная. Давайте ее используем. Сделаем так и погнали на 10 вращений. Ну, давай. Ну. Хорошо, я поняла. Я прекрасно понимаю, что это значит. 129 лайков. Значит, я включаю свою мистику. Сейчас или через несколько попыток я выбью его. Итак, смотрим. Давайте. Нету. Дальше. Нету. Еще. Нету. Еще. Ну? Что-то моя магия не работает сегодня. Ну, чего так? Так, я поняла. Я поняла. Внимание, Free Fire. Я тебя. Точнее, нет. Я тебе приказываю мне отдать этот набор золотой. Смотрим, повлияла ли моя вторая магия. Так, секундочку, погнали. А, почему? За что? Free Fire, ты меня начинаешь злить. Давай еще 200 лайки мне сделай, чтобы угар был полный. Так, тратим золото, ребята. Давайте больше не напоминать. Погнали. Я думаю, это победа. Это победа. Именно та победа, которую мы все ждали. И мы выбили этот набор. Да. За это лайк, ребята. За этот лайк. Давай. Спасибо огромное за наборчик. Давайте его сейчас оденем. Чекнем вообще, какой он. На персонажа. Так. А тут все изменилось. Так, набор. Открываем. Одеваем. Смотрим. Ну, что я могу сказать, ребята? Набор на самом деле красивый. Мне лично нравится. Если оценивать от 1 до 10, то я ставлю 10 ровно. Потому что реально набор красивый. Лично мне зашел. Я не знаю, как вам, но мне зашел. Ну, а на этом все, ребята. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца, а также поставил лайк. За это реальный респект. Просто такой уважающий респект. Хочу еще кое-что вам сказать. Ребят, те, кто на канале, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк, потому что все это делается ради вас, просто реально ради вас. На канале упала активность, очень даже сильно упала. У меня под позапрошлым роликом где-то 200 просмотров, ребята. 200 просмотров, почти 300. А лайков только 48, ребята. Ну так не делается. Давайте проявим максимальную активность. Пожалуйста. Огромное спасибо заранее. Ну что ж, всем удачи и всем пока.